Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников, участвующих в оказании социальных услуг в период специального карантинного режима. В целях эффективной организации оказания социальных услуг лицам, находящимся в трудном положении, и одиноким пожилым людям в возрасте старше 65 лет, в период специального карантинного режима президент установил к заработной плате работников районных, городских отделений Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и находящихся в их подчинении учреждений социального обслуживания, привлеченных к оказанию социальных услуг в период специального карантинного режима, срочную надбавку в размере однократной суммы ежемесячного должностного тарифного оклада.